юным огородником. Привет. Что ты выращиваешь? Ну, цветы. Я там басара зимнего, как у нас сосед делал. Я покажу, где очень много есть. Да, подожди, покажи свой инвентарь. У тебя есть грабли, лопата, грабельки у нас такие симпатичные. Это веер граблев, два вида лопаты. Совковая, как я даже не знаю, как они правильно называются. Вот цветы. Я покажу, где наши цветы. Красивые цветы. Какие цветы? Да. У тебя желтые, розовые, красные. Это мы уже купили готовые, ты за ними ухаживаешь, поливаешь. А эти мы посадили. Ну, видишь, они уже пробиваются. Скоро вылезут. А это больше. Это смотрите. Самый большой. Мне очень нравится твой чубзик с волосами. На одной стороне еще нет. Еще нету. И где твой огородик? Это не огородик, а тоже сад. Тоже сад. Здесь клумба, да, цветы? Да. Я вижу. Вот один, второй. И один тут где-то сад. Еще тут где-то два должно быть. Да, тут и тут. Хорошо. А я покажу, где я жила. Я тут брала, а еще тут. А я покажу, где самый последний раз. Где-то много земли? А, да, мы тут закапывали трубу, и у нас много земли. Илиф, а что делает папа? А папа занимается бассейном. Батутом. У нас появилась такая идея. Мы заполнили твой батут шариками. Теперь папа пытается поднять этот неподъемный, очень тяжелый батут на балкон. И сделать тебе дождь из шариков, спустить все эти шарики вниз. Но батут очень тяжелый. У него там не получается. Может быть, я помогу тебе? Можешь. Не можешь, помогу. Тяжело? Ну ладно, будем ждать внизу, когда же шарики посыпятся. Когда у нас будет дождь из шариков. Или пока на качели катается. Да, но в старом доме мы из коробок выбрасывали шарики. Мы их вверх не поднимали. Они уже сразу были на втором этаже. Было легче. Здесь задача немножко сложнее. Ну, посмотрим, что у нас получится. Не получится, просто на батуте попрыгаем. Иливка, зачем ты наблюдаешь? Папа будет прыгать. У папы не получилось поднять батут шариками, он очень тяжелый. Он хочет туда прыгнуть, с балкона. Ну, посмотрим, посмотрим. Мы такое повторять не будем. Мы девочки. Девочки осторожные. Наверное, еще поломает ногу. Ох, не надо ничего ломать. Или как в зрительном зале. Она принесла себе стульчик. Ой, папа тоже стульчик. Папа будет прыгать, а я буду показывать реакцию Или. Да. Мне самое главное реакцию Или. А папа? Папа неинтересно. Не надо повторять то, что папа делает. Кирилл? Dönmem lazım ya, bir saniye. Ya ben bu balkonun demirlerine çok güvenemiyorum ya. Мы видим только твои ноги. Он хочет прыгнуть с этой... Ну там не высоко. Bir, iki, üç. Korkuyorum. Ama telefon kesin elimden düşecek daha alacak. Ножки, ножки, боишься? Ne zaman dedim onu? Прыгнул. Теперь ноги здесь. Теперь здесь ноги торчат. Телефон ağza koymuş diye baktım. Ну как, ты живой, папа? Harbiden çok zor oldu. Такой смертельный номер больше повторять нельзя. Это только для большого папы. Я хочу. Нет, точно нельзя, точно нельзя. Ты можешь посмотреть, у тебя сколько шариков и в батуте. И вон, они все выпрыгнули из батута твои шарики. Ты можешь прыгать и играться здесь. Да? Да. Пока. А я сверху. Мина.